когда вы идете на этюды, вы самое возьмите бутылочку пива, но не больше. И вот после этой бутылочки пива вы будете свободно творить. Так вот я хочу сказать следующее. Елене не надо ни бутылки пива, ни кружки кваса, ничего не надо. Она уже априори такая смелая. Вот действительно, она очень смело так нахрапом даже ворвалась в творческую жизнь нашего Союза и заняла там вот такое очень прочное место, которое она никому не уступит. И это все на самом деле очень достойная живопись, очень мощная, сильная живопись, по-своему наглая. Если бы можно так определить эту живопись, она по-своему наглая живопись. Но в этой наглости, в этой вот смелости есть как раз ее характер, ее видение искусства, ее видение пространства вокруг себя. Это ее внутренний мир. На самом деле ее смелость, она достойна абсолютно уважения. Так что я вас от души поздравляю с этой выставкой. Вы молодец! Спасибо! Вернисаж – это прекрасный праздник, идущий с 19 века, когда художники шли на выставку, написанные картины решили покрывать потом перед открытием лаком. Эта процедура называлась вернисаж. А потом этот вернисаж, словно обязательно стал обретать совершенно другое значение. Значение праздничное, значение церемониальное, значение официальное, значение, вызывающее восторг, восхищение, благодарность всем тем, которые причастны вот к этому замечательному вернисажу. Елена Юрьевна, я искренне хочу поднести знойный букет нашей горячего лета, пожалуйста. Спасибо большое. И хочу сказать, что да, у нас факультет был очень большой, сейчас он стал маленький, но тем не менее. Закончить такой факультет и так работать очень активно, это под силу только тем, которые бывают одержимы своей идеей, а женщине быть одержимой идеей, особенно в искусстве, довольно-таки очень трудно. Почему? Потому что не надо объяснять, просто надо историю, ретроспекцию посмотреть и потом по пальцам пересчитать, сколько их было. Вот к этим пальцам еще один палец можно согнуть сегодня еще. И в этом контексте, Елена Юрьевна, вы очень много не только работаете, а очень много вы ищете. Сегодня уже для вас использовали определенные эпитеты, которые выражают ваше буйство в живописи, ваш темперамент. Но я бы хотел бы приписать еще другой эпитет для вас. В вашем творчестве, я бы сказал бы так, существует брызги шампанского на палитре маэстро, который воспринимает буйство солнечного света Чувашии, о котором трудно было представить, если бы люди не жили в Чувашии. Очень длинно, очень, я думаю, точно. Почему? Потому что в этих брызгах шампанского можно иногда часто потерять, ради чего это и делается. Мне очень нравится, что Елена Юрьевна, вы здесь занимаясь вот этой деятельностью, подобным, как импровизационным таким подходом, вы обрели одно хорошее качество. Я много видел вашу работу, всегда следил, и сегодня хочу сказать, что среди вот этих уважаемых гостей, представляющих, я сегодня для себя чуть раньше чувствовал, но сегодня мне не открыл, что вот в этих живописных брызгах в лице света, цвета, тона, материальности, ну и пространства, безусловно, объема, я перечислил, извините, все пять элементов живописи, хочу сказать, что вы обрели одно хорошее качество. Но вы сегодня сказали школу фешена. Это подтверждает, что вы закончили эту школу именно в Казани. И знаете, вот этой калейдоскопе игры всего того, о чем я сказал, вы находите одно главное. Лица, которые вы пишете, они очень материализованы, они очень убедительны, они очень, я бы сказал бы, не только типичны, и характерны очень. И в этом контексте вы нашли какую-то вот такую особую нить, которая делает вашу живопись особенно достойной.
Я думаю, что вам это время надо продолжить. Люди сейчас пишут очень по-разному, очень много художников. Сейчас трудно кого-либо удивить чем-то. Понимаете, здесь только, наверное, сумасшедших кого-то удивить. А так нормально, здравомыслящими, как и вы, наверное, пока мы являемся, да, пока здесь стоим, мы мало кого можем удивить. Но вы находите свои ниточки в искусстве. Надеюсь, его не существует. Нет, никого, блядь, не отбирали, нет? Если нет, тогда скажу, что, зная кухню вот этой изнутри, вы действительно нашли образ, нашли способ материализации вот этого образа, нашли главное и четко определили второстепенное. Второстепенное вы хулиганите, все не сказали, слово я использую, я секундочку. А вот главное, вы очень серьезно работаете, потому что вы материализуете, лепите, уважаете. Мне очень понравился автопортрет, который вы очень любите. Я почему-то делаю вывод. Потому что вы часто это публикуете. Исходя из этого, я могу сказать, что этот автопортрет хорошо показывает ваш не всегда открываемый, скрытый мир, который, видимо, поймет только тот, который очень глубоко смотрит на вас. И ведь здесь очень хорошо есть ваш образ, ваша внутренняя духовная субстанция, которая выражается в материальных чертах, видимо, в образах этих живописных, которые находятся в этой раме. И хочу сказать, что вы освоили пленэр. Я имел, скажем так, счастье с вами писать вместе, на природе бываю. Вы освоили образы, которые вы пишете, потому что пленэрная география у вас очень большая, практика у вас очень большая, а результаты сегодня дают возможность созреть, насколько вы выросли, насколько вы стали очень органично вписывающиеся в вот эту пленэрную среду и уносящие оттуда те художественные образы, ради чего приходится выходить по природе, чтобы заниматься этим видом творчества. Поэтому я дальше не буду углубляться. Можно говорить про вас очень много, знаете почему? Потому что вы как, ну, я бы сказал бы, алмаз, который надо огранить очень много раз, чтобы превратить вот это достойный бриллиант. И этим бриллиантом вы становитесь изо дня в день, поэтому пусть цена вашего творческого бриллианта изо дня в день, из года в год, становится более многогранной, более дорогой, более востребованной. Не только для вас лично, но для всех окружающих, которые это искусство понимают, ценят. И пусть ваша слава придет и в школу фешена в Казани, и на художественно-графический факультет, сейчас называется отделение не факультет. И пусть в вашем окружении, в вашем портфолио, образно говоря, творческом, да, вот этот бриллиант вам доставит огромное удовлетворение, толкая вас в форме рефлексии на новые творения, на новое творчество. В противном случае заниматься этим смысла нет, но вы знаете, ради чего вы этим делаете. Поэтому успехов вам. Сегодня говорил очень долго, воспользуйтесь этим, что нет искусства. Хорошо. Спасибо. Низкий вам поклон за ваше творчество. Всем, коллеги, друзья, на улице так печет, так жарко. Да, дышать невозможно, а сюда заходишь и попадаешь в совершенно другой мир. Мир покоя, мир света, мир добра, мир равного такого покоя, что ли. Прежде чем еще сказать, я бы хотел, конечно, передать самые теплые слова поздравления, приветствия от министра культуры Чувашской Республики Константина Геннадьевича Яковлева. Он хорошо знаком с творчеством нашего сегодняшнего героя, нашего прекрасного дня. Он знаком не только с этим творчеством, но и знаком хорошо и по городу Казани. Он очень выразил сожаление, что не сможет подойти, но тем не менее просил передать ей самые теплые слова приветствия и успехов. Я что хочу сказать. Вот что такое название? Название выставки само уже говорит суть содержания, наверное, стержень творчества художника. Согласитесь со мной, наверное, профессор со мной согласится, Данил вообще согласится, вы будете здесь уже еще есть художник, если
мэтры, мастера. Ведь художник, подлинный художник, он творит не просто так, взял и что-то написал. Наверное, любой художник сегодня, он прежде всего гражданин. Он сегодня как нерв передает то состояние, в каком мы сегодня находимся. Мимо художника, мимо его творений не могут пройти и инфляция, и пенсия, то, что будет вырастать, и другие катаклизмы, и война в Сирии, и, наверное, вот ответы на все те, которые сегодня нас вот так вот трясет, колотит, может быть, иногда, да? Художник дает ответ. Еще раз я хочу сегодня сказать, что художник сегодня просто, не просто художник, наверное, он сегодня обязан быть гражданином своей страны. И в работах Елены Баймяшкиной мы и видим героев нашей России. Я не побоюсь сказать, что в России сегодня это две России. Россия обожравшихся олигархов и Россия простых людей, тружеников, которые составляют Россию. И их жизнь подлинных граждан России, наверное, сегодня вот эти, которые нас окружают, и Бабай, там присутствующий татарин, да, и здесь вот написанное на Кокельском пленере сюжет. Вот они, те, кто сегодня идут вместе с Путиным и создают нашу новую Россию, возрождают. Я хочу сказать, Лену я хорошо знаю по Кокельским пленерам, она у нас участвует в многих пленерах. Я хочу пожелать Лене больших-больших успехов в творчестве. У нее ее творчество очень многогранное в том плане, что она успевает заниматься и созиданием новых картин, прекрасных полотен, отражающих действительно миг нашего времени. Пройдет года, и эти картины, это будет часть, вот так Владимир Тимер мне, наверное, подтвердит, да? Вот эти картины, вот там стоит дом, да? Это будет история. Это запечатленная Россия 21 или 20 века. Это духовная Россия, основы духовности нашей России в картинах Лены. Но я хочу пожелать еще Лене, конечно, и как ученой, хочу пожелать ей успешной защиты кандидатской диссертации. Вы понимаете, она успевает и картины писать, и заниматься наукой, и родительские, да, у нее прекрасные двое детей растут, муж прекрасный, которых я тоже знаю по пленеру. И, конечно, вот организовать вот эти выставки, это нужно неимоверный подвиг души. Спасибо тебе, Лена, за Елену Юрьевну, за эту прекрасную выставку, побыть на своей малой родине. Спасибо. Неколичественные. Это рост, когда художник, как гражданин своей страны, общества, созревает такого уровня, у него открывается широкий горизонт восприятия. Вот это происходит. Это на наших глазах. Я вижу все профессиональные поиски, то, что тогда было, то, что сейчас есть, это будет значительно больше. Я тем самым поздравляю тем, что у тебя такая удивительная гражданская позиция. Привести из Казани, погрузить. Министерство культуры, естественно, не платило. Транспорт, расходы. И надо сказать, на рынке товары для искусства из года в год торгуют. Вот несмотря на это, позиция такая гражданская, она живет
на своих утверждениях, она не может не показывать себя. Я тебя поздравляю. Я радуюсь, что ему рост и творчество. И это является определенной степени примером для молодых начинающих художников. У них менталитет несколько иное, чем у поколения Елены Дагер, хотя она молодая очень. А они привыкли форсировать, будем говорить, саму жизнь стремительно. Сегодня, сейчас подавай, и кое-что добивает, безусловно. Но тем не менее, искусство такое, вид нашей деятельности, там в России просто практически не бывает возможности схода. Поэтому ими цена этой экспозиции. Вот я смотрел вот этот портрет старой женщины. Казалось бы, что тут сказать, этнография. Обычное явление деревенской жизни. Наши пенсионерки, женщины, стоят много у песни, росты, колонки и так далее. И знаете, в этом есть особая, может быть, не столько это ностальгия, особая приверженность традиции, культуры и иным признакам жизни народа. Вот это почувствовано. Это не просто вот так стоит, позирует и красиво написано. Нет, там есть это чувство непроходящего, которое рядом с нами еще жива. Вот это живой пульс, живое отношение к жизни перед вот этому работе. Вроде бы можно говорить много, отметить, но там есть одно качество великолепное. И это может сделать такую работу только русский художник. Импрессионистам и иным опровергателям реалистического мира это не подвластно, это не дается. Этому надо как семье родного поклониться и прижаться к себе, чувствовать людей, которые живут на этой земле. Вот Елене это удавалось. Но говоря о примере, она ежегодно приезжает к нам, например, посвященный Алексею Афанасьевичу Кокину. Это просто, я не знаю, какой пионер проходил при его участке. Иногда Васильев, руководитель пионера, спрашивает, включайте ее, она же много раз приехала, хватит. А я говорю, нет, не надо. Притормаживать, останавливать человека, если есть стремление выразить деревенскую в нашу жизнь. Алексей Афанасьевич Кокин заслуживает этого внимания, топливо отношения к идущим будущим поколениям. Вот это очень ценное в искусстве. И то, если есть, мы можем гордиться, радоваться за свою очищенную родину, за великую Россию. Сейчас проходит чемпионат мира, приехали со всех континентов. И Азии, Африки, Австралии, правда, Соединенных Штатов Америки там нет, но много представлено. Люди просто-напросто начитано то, что пишут вот эти политологи, что это Россия, тира, куда не надо ездить, там очень плохо, санкции и прочее, прочее. Это все искусственно, народу нельзя разъединять. Когда приехали англичане, возложили памятники вот этой победе в Волгограде, это просто нас восторг вызывает. Это раз люди понимают, что стоит это прошедшие тяжкие годы военные. Они чувствовали, это новое поколение, но они ощущают это. Они увидели Россию, они удивились этому гостеприимству, этой доброты человеческой души, которая есть. Это ничем не иным передаж, как отношением самого живущего в этой стране. Доброго, хорошего отношения. Вот эти вещи, Елена, то, что написано на примере, эти портреты,
Это сараи, это одуванчики, это они дополняют вот эту картину, широкую картину понимания Родины, Отечества. Вот чем дорога любая работа, тем она останется в нашей памяти, тем она войдет в анналы летописи нашей страны. Я еще раз поздравляю вместе с вами автора этой выставки, пожелать ей дальнейших роста. На разных выставках, но сегодня у него персональная выставка. Хочу ей от души поздравить, сказать, не останавливайся, иди дальше вперед. Вот свою супругу даже сегодня пригласил сюда, потому что она у меня тоже художник-любитель, у нее разные там небольшие картины, в которых она участвует в разных художественных выставках. Вот она впервые сегодня на вашу выставку. Я думаю, ей очень понравилось, потому что я видел, она там что-то фотографировала. Хочу вам, во-первых, вручить этот букетик небольшой. Это еще не все. Это еще не все. Я знаю, что на последнем пленэре вы работали и в дожди, и в холоде, и у вас были трудности. Но несмотря на все это, вы такую чудесную выставку сюда принесли. Вот я вам хочу подарок такой из Святой Земли Палестина. Арафатку с флагом Палестина, как лента дружбы народов, освященный храмом Бога Матери и мечеть Ал-Акса. Для того, чтобы Бог всегда вас благословил, чтобы когда вы чувствуете какой-то, может быть, холод или что-то, сегодня, конечно, жарко, никакой холод быть не может, но чтобы вас оберегал всегда Иисус Христос и обнимал. Горите дальше. От дружбы еще никогда никто не проиграл. Большой почет вам и всем художникам, которые делают мир, наш мир, гораздо красивее, гораздо добрее, гораздо интереснее. И хочется в нем жить и долго жить. Большое спасибо. Вот смотришь на вашу выставку и видишь красоту нашей такой Родины. Вы, тут есть и человек, тут есть природа, животные, растения, вы, все здесь есть, и вы этим сегодня радуетесь. Я хочу еще сказать то, что сегодня очень знаменательный день. 26 число – это День Земли, потому что мы... Наша Земля находится в иерархии планеты. И сегодня луч нашей планеты, она проявлена. И на ней вот мы живем. И наше тело, тело наше, человека, она как семиструнная струна. То есть семиструнная гитара. Когда гитара звонит тогда, когда все струны настроены. А человек живет тогда, когда у него все цвета настроены. Семь цветов основных мы знаем. Вот Елена, она, ее имя определяет, что сегодня красный цвет. А красный цвет – это цвет жизнедеятельности. И она отвечает за наше движение. Вот. И когда вот... Елена, ее мессаж, и она собирает всех. Значит, она говорит, что, ребята, настраивайте свой красный цвет, цвет жизнедеятельности. То есть он у нас самый главный. Если мы не будем двигаться, не будем ходить, мы не сможем здесь существовать полноценно. Это не говорит, что... Остальные цвета тоже должны различать. Все цвета, все семь цветов основных, они должны быть у нас настроены как струны гитары. Должны звенеть. Но сегодня определяющий цвет у нас Елена.
Красный. Она два имени. Мужской это Дмитрий, а женский это Елена. Они вот держат струну и натягивают для нас. Вот. И что хочется сказать, поскольку когда цвет движения и красный цвет, хочу вам подарить цветы бегонии. И само название говорит, он бег, они, то есть движение. И хочется пожелать жизни энергичного настроя, он всегда нужен. Чтоб мы всегда успевали, вот как сегодня сказали, что она и в семье успевает, и в творчестве, и успевает еще детишек там воспитывать, еще кроме своих воспитывает в школах. Так что везде успевает. Спасибо большое. Спасибо тебе. Когда она училась в университете, тогда был институт Ивана Яковлевича Яковлева, то энергичнее, солнечнее натуры и талантливее, наверное, не было в то время на факультете вообще. Весь курс она зажигала, и в связи с той вместе, вот как говорит подруги, это был такой огонь, это пламя, это творчество, это жизнь. Они работали, я не знаю, допоздна, вообще спали они когда-нибудь или нет. По-моему, все время были в университете, может быть, даже оставались, спали, наверное, потому что это творчество, сплошное творчество. И поэтому с Леночкой легко, радостно, интересно, весело, сногсшибательно. Как говорится, можно с нею в огонь, в воду и пройти медные трубы. И вот однажды, это уже несколько лет назад, тут написано 2012, по-моему, да, 2012, наверное, год был, Леночка организовала поездку из Казани большой группы художников, творческих работников, по прекраснейшим, наилучшим нашим городам страны, Москва, Санкт-Петербург и все рядом стоящие города, Псков, Великий Новгород. Это была такая изумительная поездка на одном оптимизме, творческая, с пленэром. И жили мы в монастырях, в храм Сергия Радонежского, это мы в таком монастыре жили. Нам такие условия предоставили, все это благодаря Леночке. Великолепно просто. И вот когда мы были в Великом Новгороде, там находится скульптура бронзовая отдыхающей студентки. Вот она здесь изображена. Леночка к ней подскочила, прямо приняла так позу сразу, и заулыбалась, и я сразу тоже вспомнила Пигмалиона, который своей энергией, своей любовью, огромной любовью к своему произведению, к своей скульптуре, к своему изваянию, конечно, с помощью богини Афродиты оживил эту скульптуру. Камень, гипс превратился в живую женщину. И я подумала, что своей энергией Леночка может растопить и эту бронзу, и эту студентку, что она в ней столько энергии, что она сплошает. Может оживить кого угодно. И действительно, вот ее энергии настолько много, что она всем ее дает, свою любовь. С ней всем хорошо. Это великолепно. И мне кажется, я даже передала ее характер, ее натуру. Я как приехала, сразу захотела написать эту картину и назвала «Новгородская Пигмалион Кша» в женском роде Пигмалион. И с удовольствием дарю эту работу и посвящаю Леночке с любовью и наилучшими пожеланиями. Сердце как друга,
море встречал. Сердце, как песня, летит из груди. Поздравить тебя от лица Союза художников и чувашских, ну вот, с таким прекрасным праздником, с такой прекрасной выставкой. Вот. У планеты Земля есть Луна, а у Союза художников Чувашии есть Байдешкина Елена. И, в общем, она вот нам задает вот, вектор такой, то от левой, то при левой, но она всегда с нами. Вот. И такое ощущение, как будто это наш художник, а не татарский. Вот. Ну что, я хочу поздравить тебя, во-первых, с твоим творческим ростом. Замечательные произведения. Ты замечательный человек, лучезарный, заставляешь всегда двигаться, шевелиться. Вот. В тебе столько энтузиазма, дай Бог каждому. Вот. Ну что, здоровья тебе, конечно, творческих успехов. Вот, ты всегда рядом с нами, с нашими художниками, всегда присутствуешь на всех практически пленарах. Вот, ну и творческих успехов тебе. Самое главное не болеть и нас удивлять и радовать. Спасибо, что ты есть. Спасибо. Мы все с Еленой учились вместе. Вот, и Елена нас всегда приглашает на свои выставки, не забывает нас, приглашает даже на пленеры. Вот, и мы как-то общаемся очень много. Ну что ли не пожелать? Пожелать ей здоровья, ей и всем ее близким. И пусть все ее работы имеют движение, пусть живут, растут вместе с ней, совершенствуются, взрываются, взрывают наше сознание, представление о мире. Ну, всего ей самого доброго, от чистого сердца. Немножко сказать, Лена Баймяшкина была у нас старостой в нашей группе, когда мы учились на худографии. И она была наш мотор, наше солнце, наша движущая сила. Она приглашала нас к себе на пленэр. У нее остров в Казани, среди реки Волги. Там она живет. Лена, просто хочется выразить тебе искреннее восхищение за твоим светом, твоим талантом. Твоими вот такими качествами, как уметь вдохновлять людей.
способности. Если нам скажут, что следующий президент Российской Федерации будет Лена Боярышкина, вот мы не удивимся. Лена, удачи тебе, здоровья, счастья. Пусть у тебя все сложится, все, что ты сама себе загадаешь. Спасибо. Мы тебя очень любим и будем поддерживать всегда и во всем. Лена Боярышкина. Мы тебя очень любим, очень рады. Не успеешь с одной выставки, уже другая. На работе уже не отпускает. Так что придется подарить одну картину тебе. Я тебе сладости. Давай твори дальше. Любви тебе, счастья. Наш моторчик, живчик. Удачи. Вы сказали, это выставка сделала, я сам удивился, как когда работаю по выставке, как они обычно освоят пространство. Вот, и экспрессия, буря на пол, радость, с каждой работой такой экспрессии. Я думаю, что если Елена отправится, например, в Америку, наши отношения с американцами будут подаваться. Очень мне коротко, у меня такие родные стихи, хочу подарить Елене стихи. Вчера ты в Канаше, сегодня в Масанах. Венерки свои вулканы подарив. Куда нам до нее? А теперь в Канарах. И сам не верю в Москве, и что такое ваше. И ждут ее в Москве, в Китае и Вьетнаме. Экспрессию, картин, надеюсь, получить. Куда нам до нее? Она уже в Панаме. И сам Ален Делон хотел с ней говорить. Счастья, здоровья и такого же бурного вулкана страстей в живописи. Спасибо. Удивительно, предыдущий автор только что назвал это мероприятие праздником для души. И как подтверждение этому, я зачитаю тоже свое, как говорят, стихотворение, которое называется «Праздник для души». Удивительно. Конечно, мы уже знакомы не один день. Я всегда с большим удовольствием хожу на все выставки, которые здесь обозначают наше мирное небо. И вот такую вещь. Мне когда позвонила сегодня Лариса и говорит, там Боярышкина. И у меня пошли строки. Воистину, здесь праздник сердца. И исповедь ее души. Лишь надо пристальнее всмотреться, и он взойдет в любой глуши. Назвать ее Шахерезадой сегодня я не побоюсь. Добавить с восхищением, рада, что над сравнением не бьюсь. Она, как женщина Востока, всегда красива и умна. И здесь, в Чувашии истоки, в любой работе вся она. Конечно, я поздравляю, присоединяюсь ко всем присутствующим поздравлениям. От всей души сердечно здоровья, счастья, любви и поцелуя. В Чувашской Республике Елена Юрьевна, разрешите вручить вам благодарность за плодотворное культурное сотрудничество и организацию этой выставки. Так держать, желаю вам дальнейших творческих успехов, здоровья вам, вашим близким, счастья, всего самого доброго. И, наконец-то, мы дождались слова автора этого писателя. Пожалуйста, Елена Юрьевна, вам слово. Всем здравствуйте, всем добрый день, всем солнца, всем мира, всем счастья. Сегодня для меня, конечно, очень сумбурный, радостный, великолепный, красивый и значимый день. Это отправная точка моей жизни, где следующая, может быть, выставка будет, она совсем другая, совсем все по-другому будет. Но сейчас, вот здесь, эта выставка для меня как большой рывок вперед. И я сегодня такое услышала, что мне хочется залезть под стол и спрятаться. Неужели ты я?
мне же надо за это как-то отвечать, за то, что вот меня так видят люди. Может быть, иногда сомневаешься в себе, иногда сомневаешься во всем, сомневаешься в своем творчестве. Это, наверное, сомнение у каждого художника есть. Но когда вот выставляешь все и видишь, что пришли люди, и что ты дарил в этих работах тепло своего сердца, понимаешь, что все не зря, и жизнь твоя не зря, и живешь ты не зря, и значит, в людях ты живешь, и значит, в будущем поколении ты живешь. И любовь переполняет мое сердце, и готово оно разорваться сейчас. Я не знаю, если я разорвусь здесь сейчас. Спасибо вам большое, огромное. Вы сказали спасибо, что ты есть. А я вам говорю спасибо, что вы есть у меня. Я отражаюсь в вас, а вы отражаетесь во мне. Здесь самые близкие и любимые люди. И хочется каждому прижаться, сказать спасибо. Кому-то может поплакать на плече, кому-то может пожаловаться, кому-то может порадоваться, кому-то улыбнуться, кого-то просто поцеловать. Знаете, я просто вас всех очень и очень люблю. Спасибо вам каждому отдельно и всем вместе взятым. Еще я хочу, чтобы у нас всегда был на земле мир, чтобы было творчество и было счастье, чтобы мы также, вот как художники, жили, радуясь в этой жизни, что мы можем жить, творить и, главное, любить. Спасибо вам большое.